В общем, нужно мерить. Что, Маргаритка, куда это ты идешь? Недавно только на свет появились. Всем привет! И это новый влог, новый день с Наоми. Вот Наоми уже завтракает. Кушает свое молочко, малышка, да? И разговаривает при этом. А еще нам сегодня пришел купальник. Вот, смотри, какой тебе купальник пришел. Да? Посмотрим его, откроем и посмотрим. И да, продолжаем смотреть купальник. А потом, может быть, померяем? А потом, может быть, поедем на пляж и поплаваем? С Наоми в купальнике, в розовеньком, в таком маленьком розовеньком купальничке. Да? Ты хочешь плавать? Смотри, да, да, вот он, твой купальник. Смотри, как тебе? Как тебе твой купальник? Интересно, он подойдет тебе или нет? Не маленький он на тебя? Какой у нас тут размер? Давай посмотрим. 3-6 месяцев. Вот давай так приложим, а ну дай свою ручечку. Вот так вот. В общем, нужно мерить. Мы примерили купальник. Он очень даже подошел. Мы взяли на папу Наоми, чтобы показать, как на ней хорошо стал купальничек, да? Папа держит вот так вот именно так красиво. Ну все, тогда теперь папе нужно нас вести на пляж или маме нас вести на пляж. Когда-нибудь мы поедем и посмотрим, да. И поплаваем. Пошло. Так что такие вот дела. Пошло. Кстати, а вот так вот у Наоми еще подросли волосики. Вот так вот у нее подросли волосики такие, наверное, будут длинные косы. Пишите в комментариях, как вы думаете, какого цвета у Наоми волосы? Будут темные или светлые? Интересно, будут ли у нее глаза, останутся ли они у нее синие, или станут зелеными, или еще какими-то. Наоми снова кушает, а потом мы будем смотреть, и пришли новые слюнявчики, потому что у Наоми сейчас очень сильно текут слюнки, поэтому мы купили ей много слюнявчиков. И мы их заказали по интернету, и они сейчас придут. Ой, не придут, а они уже пришли, и мы их покажем Наоми, когда она закончит со своим обедом, потому что сейчас как раз обеденное время, сейчас... Сейчас где-то 2 часа дня. Еще сегодня мы Наоми купили ее личную колонку, правда. Так как мы ее заказывали по интернету, мы думали, что она будет совсем... Ну, я думала, что она будет вот такая вот маленькая, совсем такая микронная. Но она оказалась чуть побольше, чем я думала. А расскажи, Тарасик, что это за бренд такой? Что это за колонка? Чем она хороша? Это самая качественная колонка, которая есть сейчас в продаже. Фирма Ben & Olufsen производит очень качественное аудио решение. Она достаточно мощная, выдает очень качественный звук, потому что иногда мы ездим на улице, и там разные шумы, сигналы там, и так далее. Мы для Наоми включаем шумы природы для того, чтобы посторонние звуки не пугали ее и не будили. То есть, когда она слушает шум моря, или шум ветра, или шум водопада, да, видишь, она вспоминает и радуется уже, какие нравятся звуки природы слушать. И тогда она очень спокойненько спит, и ее ничего не будет. Вот. Но мы раньше включали на айфоне или на айподе, но иногда не хватало просто звука, чтобы перекрыть все остальные отвлекающие. Поэтому мы теперь в колясочке, вот под цвет коляски, вот у нас такая коляска есть. Вот тут у нас теперь будет такая вот колоночка, и она будет играть для Наоми ее любимые песенки. Да, Наоми? Вот это твой подарочек. Да. Пошли менять памперсик, менять подгузничек Наоми. Наоми продолжает икать, и мы сейчас будем менять подгузничек, несмотря на то, что она икает. Да, Наоми? Да, сейчас мы ее покажем. Наоми уже вот так вот лежит на своем пеленальном столике, да, и ждет, пока ей поменяет подгузничек. Вот такой вот у нас сегодня подгузничек с Микки Маусиком. Наоми пытается себе пальчики в ротик взять, да, пальчики. Смотрите, я уже одела Наоми один из слюнявчиков, вот такой вот розовенький. Он вообще на ней сел очень-очень хорошо, очень такой удобный, мягенький. И вот она сейчас с ним кушает. Смотри, ты решила даже бутылку убрать, как ты улыбаешься. Муа! Наоми!
кушает, она такая красивая девочка, кушает. Смотрите, как она держится за Маргариткину ручку. Не надо моей ручке так оказывать. Науми! Науми докушала, ее Маргаритка докормила, а сейчас мы с Маргариткой и с Наоми пойдем на прогулку. Наверное, там вряд ли получится снять, потому что вот у нас уже темно, вечер, не видно, наверное, там будет, да? Наоми сразу столько сил появилось, она же хочет сама ходить. Еще пока ходить рано, да? Сегодня мы плавали, Наоми сегодня плавала в бассейне большом первый раз. Но в этом же бассейне мы первый раз, Маргаритка, были. В другом не первый раз, а именно в этом большом первый раз. Наоми уже хочет встать. Она вот так вот взялась за перила своего кресла, своей ручкой. Взялась вот так вот, да. И сейчас раз и встанет. Вся напряглась, потому что я не пристегнул, но я стою прямо возле нее. Да-да-да, видите, смотрите, сколько попыток встать. Сейчас, Наоми, я тебя возьму. Все, мы, в общем, мы пошли на улицу с Маргаритой. Вот мы и вышли на улицу с Маргариткой и с Наоми. Ага. Такие вот у нас дела. Что, Маргаритка, куда это ты идешь? Мы идем в парк гулять. А, это ты думаешь, что в парк, а я иду с тобой в супермаркет суши купить на вечер. Фу, куда? В Пабликс пойдем. О, я не против, абсолютно не против. Но я думала, что в парк, я собиралась. Расскажи, что у тебя сегодня такое произошло нам? Что? А что у тебя такое произошло? Подожди, а то я тебя словить не могу. Программу. Вот да, это, да. Слушай, ребята, у меня была программа, типа... Ну подожди, чтобы я тебя, подожди, подожди. А то не могу тебя словить. Поняли, где вслепую все печатались? Вот. Всеми пальцами. Да, всеми пальцами, десяти пальцами. Чтобы не смотреть на клавиатуру, а как бы вот так закрыть глаза, может печатать. 3 года у меня была эта программа, если не больше. Я ее забыла где-то 3 года назад, и я печатала, но не печатала. Короче, в этом году я решила, все, я должна закончить. Вернее, не в этом даже году, вот этот месяц. Ребята, пару дней я печатала, потом я перестала. Вот эту неделю я печатала чуть ли не по 5 часов в день. Я приходила в школу и печатала, меня сегодня раньше забрали. Я чуть ли не 5 часов печатала, и я ревато закончила. Там 100 курсов, но там не просто 100 курсов. Во-первых, кажется очень легко, кажется, что возьмешь и пройдешь. Ребят, нет. Там, во-первых, дают тебе, сколько ты ошибок можешь сделать. Если ты сделал там больше, там, допустим, 5 ошибок, ты должен еще раз проходить это задание. Плюс там в одном задании, допустим, я сейчас на задании 70. Там, туда получается 71 задание, 72 задания. И получается так 10 заданий в каждом. И это безумно сложно проходить. О, смотрите, пожарные люди. Там полиция. Вот, мы уже с Наоми вернулись с прогулки, она еще до сих пор у меня в кенгуру сидит. Что мы сейчас будем делать? Сейчас 8:30 вечера, где-то в 9 я Наоми последний раз покормлю и положу ее спать. Хотя поперхнулась слюночкой, да? Там на улице сегодня Наоми первый раз увидела фонтан, ей очень сильно фонтан понравился. Ты хочешь смотреть в телефон? Ничего себе, ну давайте это по-другому сделаем. Да, что это за такой малыш хорошенький? В общем, Наоми хотелось вот так вот, чтобы я снимала. Да-да-да, малыш. Ну что, снимаем эту красоту? Да, снимаем. Какие мы красивые здесь родились. Да, недавно только на свет появились. А уже такие веселые, любопытные, да. Ручками все трогаем. С нами так общаемся. Такие вот у нас дела. Вот так. Все, пошли дальше. Вот мы пришли на пеленальный столик. Мы уже будем раздеваться и готовиться ко сну. Сейчас я Наоми все помажу кремиком, маслечком, раздену ее. И оденем пижамку нашу, да, ночную рубашечку. Ну что, Наоми, спокойной ночи. Где там твоя соска? Смотрите, где она поджей. Как трюк прямо какой-то. Я тебе тень делаю. Не хочешь соску? Ну хорошо, сейчас мама уберет. Давай, чтобы тебе под шейку. Она не давила. Все, желаю тебе спокойной ночи. Ты будешь засыпать. Будешь засыпать. На овечек смотреть и засыпать. Будешь считать овечек. Да, сколько там у тебя овечек?
посчитай. Да, 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 да. Все, всем пока-пока. Увидимся завтра. Смотрите завтрашнее видео. Где нам помахала ручками. Пока-пока.